176 серия. Участок Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройдено 59 километров. Движение в сторону Якутска, трасса Лена, А-360. Продолжение разговора, начатого в прошлой серии. Так, сейчас посмотрим, где там у нас начинается асфальт. Ну, серия закончится в городе Алдан.
там.
Ну, не грех фотографии. Я ж хотел на колеса посмотреть. Потом отправить Валентину фотографировать чумазую Шкоду и отправить его. Резина с заплатками, с дырками. Сомневаюсь, что выдержит такую нагрузку испытания. Блин.
остановился я на ровности полосы. Пляж остановил, нет. Один хрен. Так, наверное, люди сходят с ума, сами с собой начинают разговаривать. Это что, ключ? Ну-ка посмотрим. Нет. Это не ключ. Сбавь скорость. Участок содержит неровности. Хорошо. Поднимаемся на пригорок и смотрим. Пятачок для кратковременной остановки. Один диск на 2 терабайта заполнен полностью.
Сейчас я проверю Мегафон и Яндекс.Навигатор. Где набрать питьевой воды? Ошибка сети. Вот так вот. Хотя пока показывает Мегафон 75% мощности, при этом интернет Е, формат Е. Это нет, господа. Здравствуйте, не подскажете, воды можно набрать здесь? Все оцеплено.
что-то такое.
километров в час. Красота.
стакан воды поставь и распускаешь. По такой дороге неохота быстро ехать. Продолжение следует...